Привет, с вами Слайманах, и сегодня будет ролик, как же нам собрать все 15 предметов затонувших из Hungry Shark Evolution. И да, я купил скин на Леопельврадона, если хотите обзор, ставьте пишите в комментах. И да, в Hungry Shark Evolution существуют такие миссии, как собрать все 15 затонувших предметов. И где их искать, я вам сейчас покажу. Я решил взять Леопельврадона, потому что это моя единственная самая сильная акула. И первый затонувший предмет — это бумбокс. Он лежит вот тут. Видите? Бумбокс. Тут аж он аж вертится перед нами. Думаю, вы все уяснили, где он лежит. И теперь можно плыть дальше за предметами. И следующий предмет, чтобы его найти, это нужно просто заглянуть вот в этот уголок и проплыть между табличкой в Эндренсе. Сам предмет называется Вакаба и лежит вот на этой полочке. Следующий предмет, который я хочу найти, будет называться Луна на палочке. Тут нужно пройти вот эти огненные ловушки, либо просто взять Леопельврадона и сломать стены и проникнуть туда. Вот, мы проникли в логово всяким монстрам. Первый съедаем Пусаку, второй съедаем Большого Папочку. Вроде бы это все. А также, ребята, у нас есть еще один предмет. Вот она, Луна на палочке. Теперь мы ищем предмет под названием «Вставные зубы». Для этого нужно проплыть это морское течение. А покажу я вам, где оно находится. Ой, огненная акула. Извини, я тебя съел. Вот и вставные зубы. Следующий предмет, который я хочу найти, будет называться «Плюшевый мишка». Точнее, не плюшевый мишка, а робот. Для этого вам нужно проплыть портал и попасть к стенке. Стенка находится в правом месте карты, в которую мы сейчас и проплывем. Вот это место, а там вон лежит робот игрушечный. Мы его забрали. Следующий предмет, как и обещал, будет плюшевый мишка. Для этого вам нужно спуститься в одно из опасных мест. Сейчас я покажу, где оно находится. Оно находится вон тут, где есть много дайверов. Для этого вам нужно проплыть это минное поле, не наткнувшись ни на одну мину. Но и в конце будет вас ждать плюшевый мишка. Еще один предмет, который я буду находить, будет называться бильдартс. Для этого вам нужно спуститься сюда, сломать стену. Собственно, проплыть вот сюда, где вас и будет ждать дартс. Вот и дартс. Еще поедим большеротов там. Один из предметов секретных находится у одного известного предмета под названием окунь, или кемпи бэс. Это вам нужно проплыть вот сюда, в дальний уголок, и там будет находиться странный окунь с головой человека. Вот он. Вы его съедаете и находите новый предмет. Яйцо в рамке. Ой-ой-ой, лишь бы не голодать. Хоть подкрепились. Эх, хорошо помогать людям. А, кстати, о людях. На тебе, лодка! Следующий непростой предмет будет называться заводная игрушка. Сейчас покажу, где она находится. Для этого вам снова нужно проплыть водоворот, который будет сейчас. Вот он. Сломать мину. И поплыть вот сюда вниз. Внизу будет вас ждать награда. Заплываем сюда. И мы видим новый предмет. Заводную игрушку киборга. Он выглядит как мартышка. Говорит тот, кто выглядит как какой-то стегозавр, у которого, сани. Кстати, вот и окунь. Глёстей. Так много всякой жидности тут. Предмет называется ёршик. Если вы акула маленькая, то вам не достать. Нужно сломать стену, а вот и ёршик. Мы нашли его. Следующий предмет — это вообще изи. Он просто лежит перед вами. Это Бизанская башня. Еще один скрытый предмет под названием подкова. Для этого вам нужно пробраться около портала в Титаник. И вот он. И вот, кстати, вот где наша лежит и подковка. Но нам нужно туда проплыть.
потому что просто так нам ее не отдадут. Так вот и подкова. Я достал еще один предмет, сам не замечая этого. Я покажу вам, где он находится. Во-первых, вам нужно проплыть это место и достать вон тут. Вот. Вот на этой полочке, где я и был. Да, кстати, я сдох. Бесплатный подарок. Извините, просто случайно сломал стены и увидел этот штуку. Ну, надеюсь, вы ее разглядели, когда я случайно сказал, ой, простите. А мы проплыли дальше. Следующий предмет называется дракон. И он лежит в логове удильщиков. Для этого мы снова спускаемся в самый низ карты, где затонен корабль. Написана стрелка и написано гнездо удильщиков. Angler Nest. Сначала съедаем всех удильщиков. А вот и наш дракон лежит рядом с рыбьими каплями. Человек! Человек! Человек, ты где? Человек, не катайся на белой акуле, ты убьешься. Не надо этого делать. Пожалуйста. Ради меня, ради всех. Ради своей мамы, в конце концов. И последний предмет на этой карте будет называться так. Он называется рок-гитара. Для этого вам нужно проплыть вот сюда, где есть вот эти вот три большие минки. И вот в это отверстие проплываем. И тут последний предмет. Электрогитара. Если мы выходим из игры, у нас написано бонусные объекты. Бонусные объекты у нас написано 15 из 15. Как видите, бонусные объекты являлись этими предметами. Так что, как бы, мы собрали все 15 объектов, и вы научились, где их искать. А так-то всем пока, с вами был Зломонах. Это был туториал по Hungry Shark Evolution.